Да. Вот на таком реквизите, вот смотрите, они будут ездить. Это велосипеды, карета. Гламурненько. Да, это все камни Сваровски. Да. Это самое лучшее. Красивые, да, хорошие. Вы красавцы. Вы красавцы. Спасибо. Вы красавцы. С котами я уже говорил 20 лет, и вы у меня все рождены в неволе, они все рождены в 4-5 поколении, с природы никого нет, я их выращиваю, можно так сказать, или подращиваю вот с таких вот всех размеров, там месячного возраста, 3-месячного. Тихо-тихо. Все они находятся у меня, они уезжают вместе со мной, а я их воспитываю. Коллеги, коллеги, давайте немножечко будем, да, расстояние держать, потому что, как вы видите, не для большой публики, большая публика сюда. Будут ли переноситься? Да, давайте так, мы будем по мере поступления проблем. На сегодняшний момент никаких от Роспотребнадзора заявлений не поступало. Мы будем выходить из этого положения, как нам будет рекомендовано. Ну, то есть, вот в таком случае будет ли переноситься тогда само выступление? Вы вообще имеете 3 число? Ну, да, допустим. Мы даже не подразумеваем, что 3 число у нас не будет принято. То есть оно обязательно Оно состоится.